о маркетинге, о великолепном проекте, где в этом маркетинге, в этом проекте есть два вида дохода. Первый вид дохода – это ежедневный, второй вид дохода – это накопительный. Сейчас я открою маркетинг-план и сразу покажу вам. Смотрите, значит, компания вела подготовку чуть больше года. Только лишь 8,5 месяцев тестировался первый вид дохода, ежедневный. Многие люди задают такой вопрос. Скажите, пожалуйста, и вообще интересуют всех 4 вопроса. Первое. Сколько нужно вложить денег? Второй вопрос. Когда я получу ту сумму, которая меня интересует? Третий вопрос. Что является товаром или услугой? И четвертый вопрос. Что я для этого должна или должен сделать для того, чтобы получать и получить определенную сумму денег? Смотрите. Я еще не видела такого источника дохода, где человек может одновременно получать и ежедневные доходы, и плюс накопить ту сумму, которую ему необходимо. Вот давайте сейчас рассмотрим первый вид дохода. Это ежедневный, который интересует каждого человека. И чем интересно, акцент сделаю тоже как на ежедневной программе, так и накопительной. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста, по маркетингу в ежедневном виде дохода до 27 уровня в глубину реферальные. Я сейчас покажу вот такую расшифровочку вам всем. Что же это за ежедневный вид дохода? Вот в первой колоночке у меня здесь, да, это за каждого человека от 50 рублей. И в глубину до 27 уровня до 10 рублей. Это очень большие деньги. Это за каждого человека буквально. Вторая колоночка здесь. Если в этом виде дохода каждый человек будет иметь по одному месту и по 2 лично приглашенных человека. И третья колоночка. Если человек будет иметь партнер по 2 места и по 2 лично приглашенных. Что же это за ежедневный доход? В этом доходе одна, обратите внимание, одна всего семиместная матрица. Задача каждого партнера – пройти одну матрицу, получить с нее деньги. Вот я привела здесь такую схемку, пример. Например, вот партнер, где синие, красные квадратики, так, допустим, Елена 1, сама под себя я зарегистрировала Елену 2. И только лишь под второе место мы регистрируем 2 личника. То есть регистрируем людей, которые хотят получать 2 вида дохода. Теперь смотрите, очень важно. Я потом немножечко расскажу, как правильно приглашать людей. Все неверующие идут к нам. Потому что любое неверие, любое сомнение – это незнание какой-либо нибудь информации. Дальше. Люди, у которых нет людей, якобы нет людей, под запятую, тоже идут сюда. Потому что почему? Потому что нет ни одного человека на планете Земля, который бы сказал, я не хочу получать каждый день деньги. И третье, какие люди к нам идут? Люди те, у которых нет денег. То есть первый момент – неверующие, второй – люди идут, у которых нет людей, и третий – люди идут, у которых нет денег. Объясню, по какой причине. Обратите внимание еще раз такой акцент. То есть первая колоночка – это за каждого человека от первого уровня до 27 уровня в глубину реферальные. Вторая колоночка – если каждый партнер будет иметь по одному месту и по 2 личника – и третья колоночка, если каждый партнер будет иметь по 2 места и по 2 приглашенных человека. Теперь посмотрите, пожалуйста, у нас есть в нашей системе определенная формула. Вот на вторую колоночку, да, одна семиместная матрица. Вот человек задает такой вопрос. Хорошо, Елена, вот если я возьму 2 места, что человека дальше интересует? Когда я смогу, что я с этого получу? Итак, с 1000 рублей вы всего получаете 2000 рублей. Соответственно, с 2 мест вы получите 4
тысячи рублей. Первые 2000 вы переведете в накопительную систему. Накопительную систему я тоже на ней подробно остановлюсь. А вторую 1000 рублей вы забираете себе. То бесть с двух мест, с 2000, единожды, вложив с 2000 рублей, человек получает 4000 рублей. Все. То бишь, он прошел один раз в своей жизни матричку. Значит, вы уже в матрице крутиться не будете. И в матрице вы стоять уже не будете. Я сейчас открою свой личный кабинет, покажу сразу. Так? Чтобы вы это могли увидеть. Вот смотрите. Вот это мой первый логин, да? Посмотрите, моя команда. В системе меня нет. Вот здесь первый вид дохода, это называется матрица Free Life. То есть одна семиместная матрица. Больше их не существует. То есть вот эта глобальная проблема матричных проектов, которые расположены по горизонтали, она решена. Это единственный и первый проект, который решена проблемная проблема в матрице. То есть все прекрасно понимают, если кто-то кого-то не пригласил, да, то не просто люди, не просто заработанные деньги не могут снять, но и вложенные теряют деньги. Поэтому вся проблема решена в первом виде дохода. То есть человек прошел один раз одну семиместную матрицу, закрылся, дальше в системе не стоит. И на несколько лет вперед человек будет на эти места постоянно получать деньги. Я объясню, за счет чего, откуда берутся деньги. Теперь посмотрите, пожалуйста. Делюсь экраном. Так, вот сегодня 24 марта. Обратите внимание. Вот сегодня, то есть я в системе не стою. 4 человека, которых я совершенно не знаю, неважно с какой глубины. Глубину отслеживает система в автоматическом режиме, поэтому переживать не нужно. 4 человека вышло. 1, 2, 3, 4. Обратите внимание на цифры. Вот, доход, да, 260 рублей. Это с места. Дальше, чем интересна эта система? Посмотрите, пожалуйста, что в этой системе. Мониторинг открываю. В личном кабинете, когда человек входит, то есть если я говорю, что в одном проекте 2 вида дохода. Первый – это ежедневный, второй – это накопительный. Значит, на две системы дают совершенно 2 разных кабинета. Кабинеты дают бесплатно. То есть это очень важный такой момент. Во многих компаниях что вначале просят, чтобы люди проплатили, а потом тебе дается личный кабинет. У нас всегда все наоборот. Вначале дается личный кабинет, человек имеет право и должен войти в него, посмотреть, что внутри, то есть очень прозрачный кабинет. Обратите внимание, да, вот, по крайней мере, на последний реферал, который вот вышел, зашел. Теперь, что можно посмотреть? Матрицы. Вот, я хочу на сегодняшний день 280 человек, которые прошли один раз семиместную матрицу и которые сейчас получают ежедневный доход. О ежедневном доходе я могу сказать такую вещь, что очень большое количество людей, которые получают от 2,5 до, я не буду говорить сейчас максимум, потому что максимум есть и 17, и 15 тысяч рублей в день. Я сейчас вам хочу сказать среднее. От 2,5 до 5-6 тысяч рублей в день получают достаточно многие партнеры. Вот, пожалуйста, перед вами, да, 290 партнеров, которые уже получают каждый божий день деньги. Каждый божий день. Теперь смотрите, вот еще сейчас 204 матрицы выходят. То есть те люди выходят, которые должны пройти в своей жизни один раз одну семиместную матрицу. Поэтому мне очень нравится, что здесь все очень прозрачно. Теперь смотрите,
у каждого человека, да, вот я сейчас что делаю? Я выбрала, у меня место, два места есть в накопительной программе, да, и 14 мест у меня в ежедневной программе. Пожалуйста, я не призываю к тому, чтобы люди брали достаточно много мест. Вот здесь у меня в расчетах, в ежедневном виде дохода, да, я привела пример. Если каждый человек войдет с двумя местами, то без заплатит один раз в своей жизни 2000 рублей и пригласит всего лишь два человека. У нас есть формула. Вот в середине колоночка, которую я обозначила, это если у каждого партнера будет по одному месту и по два лично приглашенных человека. Пожалуйста, мы знаем формулу. 6 человек командных людей. Обратите внимание, командных. Все, человек вышел с одним местом. А теперь посмотрите, пожалуйста, в третью колоночку еще раз. Если у вас будет по два места и всего по два личника, тогда ваша сумма удваивается. Можно мне не верить, как физлицу, но с математикой не поспоришь. Посмотрите, я здесь, человеческое сознание немножечко ограничено, и поэтому мне пришлось вот здесь в третьей колоночке я написала до 15 уровня расчеты. Вот чтобы получить 13 миллионов 82 760 рублей, достаточно дойти до 15 уровня. Теперь смотрите такой момент сейчас. Итак, человек один раз прошел. Я покажу еще вам один кабинет, да, чтобы вы это убедились. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь еще Елена Низельская, так, моя команда, я в матрице не стою, я тоже с этим местом давно прошла. Обычно все партнеры проходят за 1-3 дня, это максимум, когда закрывают матрицу. Но больше сейчас людей закрывает за час, за 2 часа матрицу, потому что мы знаем формулу. А теперь посмотрите, пожалуйста, меня в системе нет. И объясню, почему и за счет чего я получаю деньги. Сегодня 24 число. Это второй мой кабинет. Вот вышло 4 человека. Так? Посмотрите. Вот за каждого человека, которых я не знаю с какой-то люди глубины, потому что, видите, да? Вот у нас есть такая шпаргалочка. Вот посмотрите. И по 50 рублей, вот, пожалуйста, и по 100 рублей. То есть можно определить, в принципе, с какого уровня вы получаете деньги. Вот посмотрите. Это второе место. Я покажу несколько мест, чтобы вы могли убедиться. Это третье место. Посмотрите опять. 550 рублей. LX – это рубли. Теперь моя команда. Этим местом, третьим местом я тоже не стою в системе. Я тоже давно вышла. Но посмотрите, обратите внимание, что я хочу людям донести. Сегодня 24 марта. Вот посмотрите, всего лишь 4 личника с глубины вышли. Извините, не личника, а реферальных людей, рефералов. То есть это люди, которые вышли из глубины. Их всех знать невозможно. Да и не нужно. Система автоматически считает и начисляет вам на баланс, который находится в личном кабинете. То есть вот у меня 14 мест. Вышло 4 человека в день. То есть закрыли одну семиместную матрицу. На все мои места, на 14 мест идет распределение денег. В зависимости от глубины и от уровня, который вышел человек. Сейчас я вам хочу показать, да? Итак, смотрите, обратите внимание. Итак, первый вид дохода – это ежедневный. Я вам показала несколько кабинетов, что человек получает каждый божий день. Я показала количество выведенных людей с 18 января. Официально проект запущен по всему миру 1 января 2016 года. По всему миру. Теперь смотрите, вот если человек вошел двумя местами в систему, да, с 2000 он получил 4000 рублей. Первые 2000 он отправляет в накопительную систему, а 2000 человек забирает себе в карман. Далее, человек как регистрирует здесь? Вот у вас два места, только лишь под
второе место. Под первое место регистрировать не надо. Если кто-то взял 4 места, вложил единожды 4000 рублей, то без каким макаром это делается? Под первое место вы регистрируете себя вторым местом, под второе – третье, под третье – четвертое. И ссылочку для своих партнеров вы даете четвертый номер, то есть два личника под четвертое место регистрируете. Все. Под первое, второе, третье не обязательно. Это уже на ваше усмотрение. Теперь смотрите. Итак, вы вошли в накопительную систему. Это совершенно другой кабинет. В накопительной системе LX, в ежедневной FreeLife. FreeLife обозначает легкая жизнь. Чем интересна накопительная система? Накопительные системы я тоже сделала расшифровочку. Смотрите, человека всегда интересует. Да, деньги небольшие, деньги маленькие. Но всех интересует другой момент. За какой срок я получу ту сумму, которая мне необходима. Пока вы будете получать и тратить каждый божий день, не переживать, да, на хлеб, на молоко, у вас должна быть, деньги же снимаете каждый день, у вас должна быть определенная накопленная сумма для реализации своих желаний. Теперь смотрите, вот я сейчас остановлюсь на накопительной системе, чем же она интересна. Человек перечислил 2000 рублей, то есть у него появился новый кабинет. Здесь в накопительной системе 6 семиместных матриц. Матриц бояться не нужно. Почему? Потому что в накопительную систему у нас люди могут идти как самостоятельно иметь место, так и через матрицу FreeLife, то есть через ежедневную программу. Есть очень много вариантов, как войти сюда и одновременно получать деньги. Смотрите. Есть такие люди, которые входят четырьмя местами, подчеркиваю, четыре места или два места в ежедневную программу, так и одним местом входят в накопительную систему. Вот человек внес 2000 рублей. Прошел один раз, одну. Так, я сейчас вам покажу. Вот прошелся, смотрите. Вот у меня здесь в расшифровочке написано, накопительная программа за один месяц получить с 2000 рублей 560 тысяч рублей. Это достаточно хорошие деньги. То есть по вашему желанию, на ваше усмотрение, вы можете пройти или 5 матриц, получать постоянный доход, или же 6 матриц. Но энергозатраты, скорость времени, она совершенно одинакова. Поэтому у меня есть такое предложение, что с первым местом так, дойти до конца, до шестой матрички. Это будет очень быстро, поверьте мне. Когда изначально мы со своим вышестоящим спонсором зашли в систему, мы взяли по 3 места в ежедневной и взяли сразу по месту в накопительной системе. Кто войдет в накопительную систему и чем она интересна? 100%. В течение нескольких лет будут получать постоянные деньги. От месяца до 3 месяцев максимум каждый партнер в накопительной системе будет получать по 1 600 000 рублей. Почему? Потому что первое место в накопительной системе всегда блокируется. Второе, третье и последующие места – можно снимать деньги на любом этапе прохождения матриц. Я не агитирую на то, чтобы люди брали несколько мест в накопительной системе. Достаточно будет взять максимально 2 места. Почему? Потому что первое место будет постоянно в реинвесте. Например, вот вы с 2000 прошли одну матричку, так? Получили 6000 рублей. 5000 у вас блокируется, 1000 у вас остается. Блокируется для перехода во вторую матрицу. Дальше, с 5000 вы получили 17000. 15000 у вас блокируется для перехода в третью матрицу. Далее, с 15000 вы получаете уже 53000. 50000 блокируется, чтобы вы перешли в четвертую матричку. Вот у нас сейчас большая команда, буквально на днях, переходит уже на 180 тысяч рублей в четвертую матрицу.
Обратите внимание, чем выгодна эта система? Первое, это я вам могу 100% сказать, это стабильность. За счет того, что первый логин блокируется, то есть он будет постоянно в реинвесте. Система не автоматическая. Переливов, обгонов, перегонов в нашей компании нет. И слава богу. Почему? Потому что человек не имеет там, где есть перелив, там, где есть обгон. Человек не имеет права расслабиться. В жизни все бывает. Теперь обратите внимание, чем интересна еще система. То есть в личке я потом расскажу, объясню, можно собираться маленькими группами, и я обосную каждое свое слово. То есть каждые полтора-тире от месяца до 3 месяцев, да? Вот обратите внимание, человек будет получать по 1 600 000, то есть место постоянно будет в реинвесте. То есть вы получили 1 900 000 рублей в конце, блокируется 500 000 рублей, так? Вот, это я считаю с реферальными 1 600 000. Вот, и остается у вас 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей вы можете постоянно снимать. Здесь очень много стратегий. Теперь далее, во время прохождения накопительной системы, так, вам компания дарит дополнительно 8 мест. То есть это 8 000 рублей. Чтобы люди не путали. 8 мест. На эти 8 мест не обязательно приглашать личников. И эти 8 мест идут куда? В ежедневный вид дохода. То есть получается в ежедневном виде дохода как минимум у каждого человека будет по 10 мест. Теперь следующий момент. Также компания дарит вам стар-бонусы. Это в виде звезд. Каждая звезда равна 1 000 рублей. Звезды собираются в накопительной системе автоматически. То есть смотрите, вот я сейчас рассмотрю с последней матрички. 2 000 звезд. Это получается 20 звезд. В 5-й матричке это 6 звезд, в 4-й матрице это звезды, да? Ну а в 1-й, 2-й и 3-й это получается вот 8% от звезды, 20%. То есть во время прохождения в накопительной системе это как минимум будет у каждого человека от 28 до 35-40 звезд. Не трогая ваши накопительные деньги во втором виде дохода, так? Сейчас я вам покажу. Вы меняете на любой товар или услугу, которая находится в личном кабинете. Рынок товара, услуга будет расширяться. А вот теперь посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот я открыла свой личный кабинет, так, в накопительной системе. И сейчас вам покажу. Смотрите, звезды меняются на... Обратите внимание на звездочки, да? У нас есть турфирмы. И Россия, Крым, и Китай, Вьетнам, и Иордания. Вот посмотрите, пожалуйста, вот возьмем, например, Китай. Вот насобиралось у вас 30 звезд в личном кабинете. Вы пишете в обратную связь, я такая-то, такая-то, или такой-то, такой-то, прошу списать с меня звезды, вот за 27 звезд. Представляете, вы можете съездить в оздоровительный медицинский центр в Китай. Можно нажать, это в каждом кабинете можете посмотреть более подробненько, да? Или кому вот от 55 лет в Крым, пожалуйста. Или кто любит кататься на горах, пожалуйста. Вы меняете эти звезды по вашему желанию. Также здесь представлены автомобили Lexus. Обратите внимание, да, цена с учетом стар-бонуса. Но, естественно, на звезды Lexus не купишь, поэтому это опять-таки по вашему желанию. Можете добавить определенную сумму денег. Компания проплачивает за вас, именно за вас проплачивает товар. Также здесь еще это телефоны. Вот, пожалуйста, телефон, да, 29 Apple, цена с учетом стар-бонуса, 29 LX, 29 000 рублей. Также обратите внимание, смотрите. Также компания дает для каждого партнера, который прошел единожды хоть одну матрицу, независимо, то ли это будет в ежедневном доходе, то ли это будет в накопительной программе, да, делает вам сайт-страницу со всеми вашими фейсбуками, контактами, одноклассниками, конкретно с вашими фотографиями, конкретно
индивидуально под каждого человека. Всего лишь за 349 рублей в месяц. Неважно, то ли это будут живые деньги, то ли это будут электронные деньги. Теперь смотрите, чем интересна накопительная система? Итак, первое – это гарантия. Все можно просчитать. Я вам сейчас в доказательной основе, да, скажу, для того, чтобы получать деньги, нужно знать, как работает одна матрица. Обратите внимание, вот первую матричку не берите. Вот какой-то ваш вышестоящий партнер, Маша, пригласила вас и пригласила Олю. Я беру в накопительной системе, если каждый человек имеет по одному месту. Первую мы не считаем матричку. Теперь смотрим. Вот вы, для того, чтобы знать, да, чтобы пройти одну матрицу с одним местом, вот вы пригласили два человека, то бишь два. И ваши два личника пригласили по два. То бишь, чтобы закрыть одну первую матрицу, всего лишь нужно 6 человек командных людей. Ничего сложного нет. Далее. Чтобы перейти во вторую матрицу с двумя личниками, все можно посчитать, все математика. Нужно всего лишь, обратите внимание, 14 человек командных людей. Когда мы входили с вышестоящим спонсором в систему, 70 тысяч рублей мы и наши партнеры получили в течение 2 недель. Когда мы входили после тестирования 8,5 месяцев компании, мы уже проводили тестирование на людях. Я вам сейчас покажу личный кабинет. Обратите внимание. Мой кошелек, история операций. Да? Вот смотрите, я вам сейчас покажу, и вы скажете, Елена, вы же сказали, что официальное открытие было 1 января 2016 году. Да, это официально запущенная система, но эта система была не предстартовая. Эта система была тогда, когда мы, несколько человек, определенные люди, входили в систему, да? И уже проверяли на людях. То есть человеку всегда интересен момент, за какой период он получит деньги. Вот я сейчас покажу вам. Так, секундочку. Угу. Обратите внимание. 1 октября 2015 году, так, вот, на рынок компания вот уже с полуподготовленным проектом вышла 18 сентября. Обратите внимание, да, вот 69 960 рублей, без 40 рублей, так, у партнеров, то бишь у меня и у партнеров у наших уже было 1 октября 2015 году. Теперь посмотрите, как выглядит накопительная система. Для этого я открываю мониторинг. Матрицы. А вот теперь смотрите, да, FreeLife мы не трогаем, здесь нолик, потому что это ежедневная программа. Вот смотрите, вот сейчас уже 8 человек, вот они наши красотки, как раз и Ниночка, и Евгения, себя я не считаю, которые уже прошли матричку. Первую матрицу люди прошли уже. Теперь посмотрите, вторая матрица. Вот уже вышло 2 человека, это вот из них личники. Вот, посмотрите, пожалуйста. Дальше. Вот уже с 53 тысяч еще вышли люди. И сейчас вот вывожу 4, вот видите, циферка 4 в третьей матрице. Вывожу 4 сейчас личника, так? И люди переходят, я думаю, что буквально в понедельник, во вторник уже люди встанут сюда на 180 тысяч. Останется 560, да, и 1 900 000. То есть, помните, я говорила, что первое место постоянно будет в реинвесте. Помните, я сказала такую вещь, что больше 2 мест брать не нужно. Почему? Потому что и так первое место вам будет приносить доход от 1,5 до 3 месяцев по 1 600 000, это чистыми будете получать. Сейчас еще раз покажу маркетинг-план. В личку все, есть у всех вышестоящих спонсоров, есть вот такие расшифровочки. То есть вот есть вот такие вещи, да, распечатывать. Это как та таблица умножения для 2 класса.
Вот. Смотрите, еще раз, чем интересно? Итак, первое, это будет постоянный доход, это постоянно будет большая сумма, 1 600 000. Теперь представляете, у каждого человека как минимум и как максимум возьмем по два места. То есть первое место будет постоянно в реинвесте, даже возьмем максимально, раз в 3 месяца вы будете получать по 1 600 000. В течение нескольких лет. Я немножечко такую завесу приоткрою. Как минимум 5 лет. Как минимум до 2020 года. Кто-то может, знаете, мысль запустить, а если система встанет? Нет, милые дамы и господа, система не встанет по одной причине. У нас есть у каждого ежедневный доход. А в ежедневном доходе, ведь многие люди. Посмотрите, вот 50 на 50. Есть люди, которые входят в накопительную систему через ежедневный доход. А есть команды, которые входят по одному месту в накопительную. И там по 2, по 4 места входят в ежедневную. В ежедневный один раз пройти семиместную матрицу, но это смешно. Теперь смотрите еще один такой момент. Итак, если у кого-то два места, вот одно место в реинвесте у нас постоянно, да? Это раз возьмем максимально в 3 месяца, это смешно, по 1 600 000 рублей. Дальше. А второе место мы можем, смотрите, мы можем прокручивать сами, ставить не автоматически, все вручную. Допустим, четвертое. Так вот, четвертое, когда я просчитывала, один раз в 2-2,5 недели, вот 50 тысяч, вот дошли до этой матрички, вышли 180, так, тысяч рублей, 130 тысяч рублей. Помните, я сказала, со второго логина можно на любом этапе забирать деньги, забирать ту сумму, которая вам необходима. Итак, 130 тысяч вы забираете, так, а 50 тысяч опять что? Ставите в реинвест. Тем самым мы что делаем? Мы помогаем продвигать других людей, так, и тем самым мы помогаем и старичкам, и новичкам. Поэтому на сегодняшний день я действительно не видела ни разу системы, которые достаточно много на рынке, очень много на рынке разных проектов. Но обратите внимание, везде говорят, везде мотивируют людей. Идемте к нам, потому что там очень большие деньги. Первое, что мне нравится, я сейчас еще покажу такой момент. Ввод и вывод денег. Это тоже очень важно. Посмотрите, мой кошелек. Перевод средств. Первое, я могу сделать взаимозачетом. Вот, допустим, да, Наумова Юлия Николаевна. Я могу любую сумму перевести, обналичить взаимозачетом. Дальше, вывод средств. Как делается вывод средств? Вывод средств переводится на Киви, Яндекс.Деньги, Перфект, Евро-доллары, Альфа-банк, Сбербанк. Лично мне удобно работать в рублях, поэтому я перевожу на карту Сбербанк. Теперь смотрите еще один очень важный актуальный момент. Вот я нахожусь в своем личном кабинете. Когда я 3 дня переводила деньги по 8 тысяч рублей, я вам сейчас покажу. Мне был 8 декабря задан такой вопрос. Скажите, пожалуйста, достаточно у людей испорчена, у многих людей кредитная история? И если на ваши карты делать вывод средств, да, карты мониторятся, поэтому государство эти все деньги, естественно, спишет. Поэтому ваша личная карта не привязана к кабинету. Поэтому вывод средств можете делать совершенно на любую карту. Абсолютно. Выводить не только на одну карту, на несколько карт можно, пожалуйста. Дальше. Пополнение счета. Пополнение счета, например, 2000 рублей. Да? Вот, пожалуйста, продолжить. То бишь перфект привязан к личному кабинету. Вот посмотрите, для того, чтобы войти с 2000 рублями, это получается $29.55. Дальше продолжить. И непосредственно, как только человек применить нажал, далее так, то ваши деньги мгновенно идет начисление на баланс в личном кабинете. Деньги, вывод средств. Меня спрашивают, тоже интересуются. Скажите, пожалуйста, в течение которого времени переводятся деньги? Я вам могу сказать, сумма до 560 тысяч переводится от 1,5 до 3 часов. От 1,5 до 3 часов.
Поэтому большие суммы денег, достаточно много, знаете, я вот улыбаюсь и говорю, что достаточно много электронных миллионеров. Знаете эти проекты? Без исключения все знаете. Электронные деньги есть, а вывести не могут. Вывести могут только лишь взаимозачетом. То есть за счет того, что входят новенькие люди. Я никогда этому не верила и не поверю. Представляете, будет на счету 1 900 000 рублей. Какое же количество людей мне нужно ввести для того, чтобы обналичить деньги? Поэтому я реалист и говорю, не верьте никогда той системе, где выводятся электронные деньги только взаимозачетом. И давайте быть реалистами. Давайте посмотрим на систему, ведь человеку что? Система у нас, проект позволяет это. Позволяет маркетинг-план. Для того, чтобы, знаете, я всегда говорю, гениальность – это норма. А норма есть отклонение от нормы. Каждый человек индивидуален. Но каждый человек – личность. Посмотрите, я говорю, что может быть стабильность, гарантия для человека, то есть для тела. Я всем говорю, подсобирайте, вот у каждого будет по одному, по два места. Подсобирайте несколько сумм, да, по 1 600 000. Две суммы. Купите себе недвижимость. Пустите квартиранта. Вот вам стабильность для тела. Наш проект это позволяет. Мы знаем формулу, что в первом виде дохода, да, в первом ежедневном виде дохода, здесь одна семиместная матрица. Мы знаем формулу, что если каждый войдет по два места и под последнее второе место пригласит два личника, да, это можно сделать за день. У нас уникальная формула. Все идут куда? Там, где не надо приглашать людей. Все идут туда. Организовывается достаточно большое количество площадок, где якобы финансируются люди. Но это на первых порах, поверьте мне. Не бывает. Если куда-то идешь в ванну купаться, нужно хоть какое-то сделать телодвижение. Снять с себя вещи, хоть что-то сделать. Когда мне люди говорят, когда человек не верит, когда у человека нет стимула, тогда, когда человек не понимает. Я не верю в неверующих людей. Любое неверие, любая ностальгия, любая депрессия – это человек, который не владеет и не знает информацию. Как только человек узнает информацию, да, у него что? У него появляется вера. Именно вера, а не надежда. И человек начинает верить. Действительно, 2 плюс 2 – это 4. Это будет 4. Еще раз говорю, посмотрите, вторая колоночка, которая в середине. Если у каждого человека будет только по одному месту и по два лично приглашенных, сумма, вы сейчас, конечно, меня все слышите, чуть больше 8,5 миллиардов рублей. Да, согласна. Многие скажут такой вопрос. Елена, пока мы дойдем до 27 уровня, ой, такая сумма, да это утопия. Да зачем утопия? Посчитайте сами, у всех есть калькуляторы. Тогда мы искусственно сократили. А теперь посмотрите третью колоночку в ежедневном виде дохода. Если у каждого будет по два места и по два лично приглашенных, а мы знаем формулу, то есть в наш проект идут все неверующие, потому что они не владеют информацией. В наш проект идут люди, у которых нет людей. И в наш проект идут люди, у которых у людей нет денег. Почему? Да потому что нет ни одного человека. Правильно, нужно, это будем уже на школе обучать. То есть нет ни одного человека в мире, на планете Земля, который бы не хотел получать каждый божий день деньги. Поэтому 4 вопроса, которые интересуют каждого. Первое. Сколько вход? Второе. Когда я получу ту сумму, которая мне необходима? Третье. Что является товаром или услугой? Четвертое. Что я для этого должна или должен сделать? Я покажу сумму денег всего лишь там за вчера, за позавчера, чтобы это было, убедились. У меня несколько кабинетов, да? Что я делаю? Я просто-напросто выбрала логин. Каждый выбирает туда, куда удобно, и перевожу со своих мест, перевожу сюда деньги.
Вот вы видите прекрасно все, да, сегодня 24-е, вот сегодня уже NS0808, я не знаю, кто это вышел уже с матрички, да, я реферальный получила 180 рублей. То есть это человек уже вышел с накопительной системы и переходит в другую. А теперь смотрите, пожалуйста, вот 23 число, да, посмотрите, пожалуйста, вот я переводила деньги. С этого, да, вот место я переводила. Да, кстати говоря, в накопительные системы, в ежедневной не нужно ни родственников, ни детей, ни дочерей, ни сыновей. То есть это я, практик, я убедилась уже в этом сама. Вот я с каждого своего кабинета, да, перевожу деньги. А теперь сейчас я еще раз вам покажу ежедневную программу и покажу, как это делается. Открываю Джамайловскую почту. Электронная почта нам нужна только для того, да, рабочая электронная почта, только для того, чтобы приходят туда одноразовые коды. Так, войти. И вот сейчас на ваших, при вас я переведу сейчас деньги. Так, начать. Вот посмотрите, мой кошелек, перевод средств. Я сама на себя выбрала логин и перевожу. Пожалуйста, Низельская Елена Александровна. 310 рублей. Перевести, отправить. Получить код. Код был отправлен. Пожалуйста, я вхожу в личный кабинет. Пожалуйста. Вот оно, 2049. То есть это одноразовое, их потом можно удалять. 2049. Подтвердить. Пожалуйста, еще один в один кабинет, я войду в свой. Если у кого-то возникают вопросы, пожалуйста, сейчас будете напишите, я подожду, отвечу. Вот 550 рублей. Дальше опять кошелек, перевод средств. Отправляю, выбрала себе логин, да? 550 рублей. Получить код. Есть как у кого-нибудь вопросы, пожалуйста, можете задавать. Если нет, возьмите карандашик, бумажечку, подготовьте вопросы, и уже непосредственно в личке на них можно отвечать. Есть еще один такой момент, обратите внимание. Когда я человеку говорю, да, чем уникально еще раз в конце завершения нашего разговора еще о преимуществах нашего проекта. Первое. Проект официально вышел 1 января 2016 году официально по всему миру. Б. В нашем проекте два вида дохода. Первый вид дохода – это ежедневные, где люди все без исключения получают каждый божий день деньги. Б. Это накопительные, где человек может от 30 дней до 90 дней постоянно, как минимум в течение 5 лет, получать по 1 600 000 рублей. Третье преимущество. Каждому партнеру дается без внесения денег, дается по личные кабинеты. Отдельно личный кабинет в ежедневной программе, отдельно личный кабинет в накопительной программе. Дальше. Третье преимущество. Каждый человек, не трогая накопительные деньги, может выбрать себе любую товар или услугу. Поехать в любое путешествие, в любое, о котором он даже раньше мечтать не мог. А теперь обратите внимание, вот чтобы заработать обычному человеку 2 миллиона рублей, нужно 4 года, 4 года каждый месяц откладывать по 40 тысяч рублей. Извините,
У кого такая зарплата? Да, конечно, есть, но это единицы. Кто позволит себе каждый месяц откладывать по 40 тысяч рублей? Единицы. Поэтому преимущество у нас, я еще раз вам говорю, потому что зачастую в интернет-проектах, нет-нет, проектов очень много, очень хорошие, каждый эксклюзивно отличается друг от друга. Поэтому абсолютно нам не важно, кто в каком проекте работает, да? Кто чем занимается, какой товарной продукции. Не важно, сколько лет, не важно, у нас система позволяет не только людям, которые занимаются сетевым бизнесом, входить, а также и бизнесменам. В накопительную систему можно входить несколькими вариантами. Сейчас я вам покажу. Да? Смотрите. Вот маркетинг-план. Можно входить на 2000, на 5000, на 15000. А теперь представьте, пожалуйста, да, мнимые инвесторы для многих. Кстати говоря, кто занимается инвестициями, это все потенциальные люди, которые могут прекрасно накопить за считанные недели себе сумму 1 600 000, обосную. То есть у нас можно входить на 2, на 5, на 15 тысяч рублей. Если вопросов нет, Так, я поняла, что, значит, какое-то время не видно было, да? Вот. Вопросы есть у кого-нибудь? Немножечко выбивает, поэтому... О, уже появилась картина, это уже хорошо. Поэтому я всем говорю, видно, да? Поэтому я всем говорю, что очень интересная такая есть стратегия для всех людей, которые хотят получать большие деньги, как минимум в течение 5 лет. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь вопроса нет? Если нет вопросов, спасибо всем большое за внимание. Вот, сейчас мы будем еще делать... У меня к вам такая просьба. Каждый человек, который является и становится партнером, пожалуйста, добавляйте в чат. У нас есть 2 чата. Чат, 3 чата. Это LX Life Company. Угу. Вопросы? Да, пожалуйста, давайте. Андрей, если есть вопросы, запишите, пожалуйста. Вопросы выше, да? Сколько стоит поездка в Китай? Татьяна Майорова. Татьяна, в личном кабинете это все есть. Можете войти и посмотреть. Регистрация бесплатна. Нажмете далее и посмотрите. Так, дальше. Какие вопросы сейчас? Ага. Без приглашения ежедневного дохода не будет. Да, будет, Андрей, если 2000 отнести в Сбербанк. У нас есть формула. Определенная формула. Не бывает здесь. Халявы плюс нету, ребята. Извините, если кое-куда сходить, нужно снять штаны. Всего лишь 1 7-местная матрица. Мы знаем формулу. 3 человека по 2 места. Вот вам 6 мест командных людей. Так, дохода не будет. Нет, почему? Если человек вошел, допустим, с 2 местами и вышестоящий спонсор, у которых достаточно много партнеров, вас выведут с 1000 на 2000 рублей. Но вам же это не интересно, 2000 рублей. Вы захотите что, перейти в накопительную систему? Альтруистов нет. Если больше личников, тогда быстрее заработаешь. Люба, Любовь Тольятти. Да, Любовь? Тогда быстрее заработаешь. Если очень много личников, немножечко можно индивидуально вырабатывать стратегию. Смотрите, определитесь, пожалуйста. Проблема номер один. Люди начинают желать тогда, когда у них появляются деньги. У нас все от обратного. Помните, я говорила, все идут неверующие, все идут безденежные, и все идут люди, у которых нет людей. Вот приходит человек и говорит: Лен, да, у меня нет денег, нет людей, что делать? Тогда я говорю таким образом. Найди 2 человека в этом мире, которые хотят получать каждый день. Вы улавливаете ход моих мыслей? 2 человека в этом мире, которые хотят получать каждый день. Я еще не знаю на планете Земля таких людей, которые бы скажут: я не хочу получать каждый день. Так, дальше. Когда я получу... Любовь Тольятти. Когда я получу и выведу первые деньги? Элементарно.
Люба, если вы зашли с двумя местами, так, и пригласили два личника, вот, когда у вас получается 6 человек командных людей, то есть получается, вы сразу выходите, это можно сделать в течение часа. Как работать с теми, Хава, как работать с теми, кто не может приглашать? Таких людей нет. Таких людей нет. На самом деле просто все зависит от вышестоящих спонсоров. Не бывает такого. Я еще раз говорю, на самом деле людей приглашать нельзя. Если приглашать всех людей, денег не хватит, приглашают в рестораны, в кафе. Нужно два человека найти, те, которые хотят получать каждый день. Есть определенная выработанная стратегия. Угу. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем за внимание. Все, я с вами прощаюсь. До свидания.